Ленинград. Еще один филигранный пряный шип Дзинтерс, созданный Брониславой Шварцманом в 61 году и просуществовавший вплоть до середины 90-х. Что тут скажешь? Он такой изящный, цветочно-свежий, аппетитно-землистый, солидный такой Шварцман. Уникальный в своей красоте аромат с натуральнейшим звучанием еще той великолепной для советской парфюмерии эпохи, о которой склонны ностальгировать коллекционеры. Такое больше не делают. Это именно про него. Решительно рекомендую эту красоту к знакомствам.